Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванов, и сейчас я хочу представить вашему вниманию небольшую серию роликов, посвященных кошельку Tron. Во-первых, давайте разберемся с тем, как создать кошелек в виде браузерного расширения Chrome Extension, потом скачать кошелек на Android, и в третьем видео я покажу, как пополнить кошелек с помощью криптовалютной биржи Binance и перевести деньги с Binance на ваш кошелек Tron. Давайте начнем с Chrome Extension, с расширения. Во-первых, переходим по ссылке tronlink.org, tronlink.com, вот наверху видите. Chrome Extension, Chrome Web Store. Переходим в магазин расширений Google и нажимаем кнопочку «Установить». Установить расширение. И вот оно у нас появилось здесь, сразу. Первый шаг мы сделали, расширение установлено. Теперь давайте мы это расширение закрепим, чтобы оно у нас было видно. Находим кошелек Tron и сделаем вот такую вот кнопочку. Закрепили, чтобы не уползало. Нажимаем на расширение. Теперь нужно сразу ввести пароль. То есть здесь начинается именно с пароля. Придумайте пароль такой, чтобы вы сами никогда не смогли его запомнить. Зачем это нужно? Если вы помните пароль, значит, скорее всего, будет легко подобрать мошенникам. Как сгенерировать сложные пароли и не забыть их, я уже рассказывал в одном из своих видео, и ссылочка на этот урок у меня будет прямо здесь появиться, сверху справа. Либо будет внизу под этим видео. Запускаем генератор паролей. Нам нужно будет выбрать Generate Secure Password. Вот здесь. Выбираем количество знаков. Например, давайте сколько? 21 знак. Вот такой пароль получается. Ага, и еще символы поставим. Галочку. Копируем пароль. Возвращаемся в кошелек Tron и вводим. Комбинации клавиш Ctrl-V. Видите, говорит, хороший пароль создаешь. Continue. Продолжение. Пароль создан. Теперь Restore нам не нужно восстановить. Нам нужно именно Create создать. Нажимаем Create. И теперь нужно придумать имя для вашего кошелька. Отлично. То имя, которое я выбрал, не используется нигде. Нажимаем Continue. Логин у нас есть. Пароль у нас с вами есть. Теперь обратите особое внимание вот на эту мнемоническую фразу. Эта фраза служит у вас для того, чтобы вы могли восстановить доступ к вашему кошельку в том случае, если вы потеряли свой телефон, если у вас слетела система на компьютере. Ну, неважно как. В общем, потеряли доступ. Это единственная возможность восстановить ваш кошелек. Вот это мнемоническая фраза. Поэтому копируем ее. Открываем текстовый документ. И вставляем сюда вашу фразу. Причем, обратите внимание, что слова нужно будет ввести именно в той последовательности, в которой они у вас располагаются. Мнемоническую фразу вы сохранили в текстовом документе. Помните об этом, да, обязательно, потому что это единственный способ восстановить ваш доступ к кошельку. И у нас открылся вот такой кошелек с нулевым пока еще балансом. Вот и все. Как просто создать кошелек Tron в виде расширений для браузеров на движке Chrome. И теперь давайте с вами установим кошелек Tron на смартфоне. Я говорю только про Android. Не люблю я айфоны, и причин тому очень много. Выходим в Play Market, набираем Tron, Tron Wallet. И здесь выбираем ссылочку, вот именно эту, Tron Link Pro, The Best Tron Wallet. Нажимаем на нее, установить. Ожидаем окончания установки, после чего открываем кошелек. Теперь у нас появляется кнопочка «Создать аккаунт» либо «Импортировать аккаунт». Нам нужно будет импортировать. «Импорт аккаунт». Принимаем все соглашения. Помните, я говорил в своем видео при создании расширения в браузере запомнить мнемоническую фразу. Вот сейчас эта мнемоническая фраза поможет мне восстановить кошелек Tron на моем смартфоне. Выбираем мнемоник «HD Wallet». И вот сюда нужно будет ввести мнемоническую фразу. Я ее скопировал и вставил. Вот моя фраза. И нажимаю Next Step. Incorrect mnemonic фраза. Please check, проверьте, пожалуйста. Заодно вот смотрите, давайте пройдем эту ошибку с моей помощью, чтобы вы дальше не допускали эту ошибку. Смотрите. Как ее избежать, этой ошибки? Копируется мнемоническая фраза в форме столбика. А нам нужно ввести ее в форме строки последовательно с одним только пробелом. Поэтому берем и наш столбец из фраз
переделываем в строчку с одним пробелом. У меня заняло это, ну, буквально секунд, наверное, 20, чтобы выстроить слова в строчку и поставить пробелы по одному пробелу между словами. Дальше, setName, нужно будет ввести имя кошелька, который у нас раньше был создан. Следующий шаг, нам нужно установить финансовый пароль. Он должен стоять из одной заглавной буквы, строчная буква, как минимум, одна цифра и не менее чем из 8 знаков. Дважды ввел пароль, и я нахожусь теперь в своем кошельке Tron на смартфоне. Здесь мы видим, какие валюты могут находиться у нас в нашем кошельке. Валют достаточно много, это самые популярные, в том числе биткоин, эфиры, тезеры и, конечно же, сам Tron, о покупке и переводе которого я расскажу в отдельном видео.